Начинаем третью игру против Лиафа, God War, Балтика, моя ХМ. Цивы, правда, мне выбирать особо не пришлось. Блин, Балтика такая, что... С обеих сторон довольно приличное количество места, хотя можно легко закрыть. Давайте-ка попробуем закрыть эту тему. Начну с 5 доков. Да, соответственно, он тоже сразу лепит фаеры. Конечно, перемассивает он меня пока. Да, снег, конечно, напрягает. Напрягает снег. Ну-ка. Бум. Хороший минус. Ой, куча рыбацких он сделал, вот это мисклик, класс. Да, хорошо, что он воюет под этим, под замком. Намного больше он там теряет. Thank you.
Да, судя по всему, воду я чуть-чуть выигрываю. Ух ты, треба. А, да, я там воюю под замком, но мне не страшно потерять галеру, у меня... Так, сейчас будет перебор с дозаказом и со всем остальным, а так я ему просто блоки заблокирую и бог с ним. Так, сейчас очень хорошо, он тут рейдит. Больно. Ну да, дотекание очень далеко у него идет, поэтому я вроде как отбился. Кстати, зона боевых действий такая большая, тут канонеры могут тащить у готов. В смысле, в готваре. Да, потихоньку спадает его настырность. Так, раз он делает скоро, то нужно добавлять анагра. Эй, что там не могу построить? Вообще, пока все не так классно, как хотелось бы. Geburt.
Ja.
Интересно, что он делает. А что он тянет? Что-то я не пойму. Нет, однозначно GG. Сейчас у меня уже реально больше. Let's go.
Да, GG, отлично, 3-0 выиграл у Лиафа, вообще не ожидал я от себя такого. Довольно клево сыграл первую игру, вот эту не сказать, было, наверное, больше на тоненького. Но, тем не менее, вторая игра довольно сильная сыграл, по-моему. Монголвар это мое. Вообще нравится мне сеттинг против True, довольно приятно мне его будет играть. Сначала, ну, довольно нестандартный сеттинг для ДМера, а то, что более-менее стандартно, то очень удобно именно для Эремера, на мой взгляд. То есть Монголвар удобнее играть Эремеру, потому что там, как правило, затягивается игра и нужно экономить каждую золотинку.